Рубик Манукян, приехавший из города Атбасар на пашню, ознакомился с ходом уборочной кампании и дал советы земледельцам. 7, 8, 9, некоторые это поле дают, это с гектара. Вовремя сеяли, вовремя это как удобрение все дали. Все вот это помогло, это все за это урожайность. Это. А так это некоторые организации, чтобы ничего не делали, ничего не получают. Это все наш труд. Труженики довольны собранным на полях урожаем. Качество клейковины у свежей пшеницы составляет 31%. Этот комбайн хороший, лучше, чем старый, намного. Кабина комфортная, кондиционер. Для этого года, да, урожай неплохой. Засуха была, дождей не было. Дай бог, что уродилось, выросло нормально. Вот уже второй год работаем. Я на КамАЗе, КамАЗистом работаю. Зерно возим, везем на ток, сделают хлеб. Дед опытный зерновик. Работаем, чтобы все успевали. Вот неделя уже началась у нас работа, уборка. Думаю, что все нормально будет до уборки. Успеем, поработаем, возим все. Труд во благо родной земли придает сил и бодрости старейшине хлеборобу. Иван Однорог, Колымбек Мухамеджанов, Марат Ахмеджанов, Алмаз Садвакасов, Кокчаякпарат.